Короче говоря, мы влюбились. При поддержке группы Vine Video. Сегодня Миша пришел ко мне в хорошем настроении. По его рассказам, он нашел себе шикарную девушку. Прям очень шикарную. И красивая, и умная, и из хорошей семьи. Прям полная противоположность Мише. Но мне стало дико интересно, что это за королева и где он ее взял. Миша держал театральную паузу. Потом подкинул дров и сказал, что я знаком с этой девушкой. Ого, это уже вообще интересно. Из наших общих знакомых в раздел красивых попадало не так много девушек. Я начал перебирать варианты. Лена, слишком умная, чтобы связываться с Мишей. Аня, слишком красивая, чтобы Миша не стал с ней заговорить. Катя, слишком красивая, но довольно тупая. Тут могло кое-что получиться. Миша наконец сказал, что это Ира с третьего курса филологического. Это немножко озадачило. Потом еще сильнее озадачило. Потому что Ира мне давно нравилась, и я давно к ней подкатываю. Ну как подкатываю? Ну мы общаемся ВКонтакте. У нас возникла проблема. Оказалось, что мы оба запали на одну и ту же девушку. Настоящие друзья не станут ссориться из-за женщины. Тем более, что мы знакомы еще со школы. Миша предложил решение. Мы просто оба перестанем к ней подкатывать, и все будет хорошо. Это была благородная идея. Но мы были знакомы еще со школы, поэтому я знал, что Миша по-любому меня киданет. Про меня Миша знал то же самое, поэтому идею отклонил. Я предложил бросить монетку, пусть все решит случай. Миша сказал, что бросать будет он, потому что я по-любому что-то подстрою. Я отказался. Еще этот криворукий не решал мою судьбу. Атмосфера дружбы накалялась. Тогда мне в голову пришла дурацкая и смешная идея. Я сказал, что отдам свою Соньку Мише, а он не будет подкатывать Кире. Миша удивился. Спросил, как я мог предложить за Иру какую-то PlayStation. Я понял, что шутка не удалась. Но потом Миша сказал, что за такую девушку, как Ира, нужно как минимум Соньку и монитор предлагать. Я чуть не офигел. Но эта мысль не покидала мою голову. На кону стояла любимая Сонька с монитором и девушка. Игры или девушки? Я все-таки выбрал. Сказал, что отдаю технику Мише. Миша обрадовался. Это была отличная сделка и деловое решение конфликта. Мы даже почувствовали себя какими-то бизнесменами. Теперь, когда все преграды убраны и я отвоевал свою женщину, можно спокойно позвать ее в кино. А Миша пусть в одиночестве играет в свои игры. Ира написала, что ее парень будет против нашего похода в кино. Что? В смысле? Я сказал Мише, что оказывается у Иры был парень. Миша удивился не меньше меня, но потом успокоился. Ведь он сделал правильный выбор. Девушки приходят и уходят, а Mortal Kombat это навсегда. Короче говоря, мы влюбились.